Здравствуйте, я красный доктор Боминов Григорий Вячеславович, возглавляю секцию скорой помощи в общероссийском профсоюзе работников здравоохранения и действия. И сегодня мы поговорим о тарифе. Это достаточно важная для нас тема, потому что, как было понятно из предыдущих двух роликов, где мы рассчитали, еще должна быть состоять зарплата и какая она должна быть. Соответственно, возникает вопрос, а сколько же стоит один вызов? То есть, надо рассчитать тариф одного вызова. Это можно рассчитать для любой специальности. Я рассчитываю для скорой помощи, потому что я врач скорой помощи. Мне здесь все знакомо и понятно. Но поверьте, это можно сделать и для стоматологов, и для травматологов. Точно по такой же методике. Итак, в пример мы берем магнитку. Это город в Челябинской области. И вот в Магнитогорске в прошлых роликах мы выяснили, что... Одна бригада на ставку должна делать 9,37 вызовов. Также мы поняли, что каждый следующий вызов это дополнительные деньги. То есть на ставку примерно 7 дежурств а должно быть выполнено 67 вызовов. 68, 69, 70 и должны отплачиваться отдельно. Много ли это мало? Конечно же много. Допустим в году в порядка 70 дежурств чуть больше на ставку. Соответственно, если каждые дежурсы делать всего лишь на один вызов больше, то соответственно под конец года набегает эти 70 вызовов, ну соответственно это надо заплатить еще одну зарплату. Но для магнитки это не предел 10 вызовов, там 14-15 норма, соответственно чувствуете, что в принципе каждый месяц надо платить в полуторном а то и в двойном размере. Итак, вернемся к тарифу. Что же нам понадобится для того, чтобы рассчитать тариф на скорую помощь? Итак, нам понадобится наш любимый 388 приказ. Статистика по регионам, конкретно по Челябинской области, потому что мы рассчитываем магнитку. Ну, пожалуй, больше ничего, просто банальная логика. Итак, поехали. Из предыдущих роликов мы знаем, что одна бригада в магнитке создается на 10 тысяч населения, выполняет 3420 вызовов в год. И в сутки такая бригада делает 9,37 вызова на одну ставку. Второе. Одна бригада состоит из одного водителя и двух фельдшеров. И из этой же таблицы видно, что в сумме это 15,75 штатных единиц. Третье. Берем данные Росстата по Челябинской области и выясняем, что средняя зарплата по Челябинской области в 2019 году была 36 487 рублей. Но тут влезает Минтруд и говорит, нет, не столько, там было меньше на 5000, но мы знаем, что Минтруд это вот снижает все эти показатели для того, чтобы просто не платить людям деньги. Поэтому мы отталкиваемся от того, что нам говорит Росстат. Четвертое. По указам президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 2012 года как раз фельдшер и должен получить в итоге эти 36 487 рублей. Но для того, чтобы выплатить эти деньги, предприятие должно непосредственно больнице этой скорой помощи, должно выплатить в различные солнцфонды еще 30,2%. То есть разговор идет о том, что у нас куча скрытых налогов, то есть мы конкретно граждане платим не только вот эти 13% от своей заработной платы, за нас еще заплатят 30,2%. Итак, мы учитываем данную сумму. И получается, что чтобы выплатить 36 487 рублей, работодатель должен заложить в заработный фонд 47 506 рублей. Пятое. Если учесть, что отпускные равны средней месячной зарплате, то, соответственно, вот эту нашу цифру в 47 506 мы банально умножаем на 12 месяцев, получаем число 570 тысяч 72 рубля 86 копеек. Вот это как раз столько надо заложить на одного фельдшера, чтобы делать все выплаты, которые соответствуют указам президента Путина Владимира Владимировича. Также хочу пояснить, что такую же сумму мы возьмем и для водителя, потому что вот этот вот социальный шовинизм, который присутствует в нашей стране, его надо исключать, и профсоюз отстаивает также права именно работников, не только медиков, но и вспомогательных служб, в том числе водителю. Водителю тоже надо есть, водителю надо спать, у водителя есть своя семья, поэтому он не должен там еще где-то подрабатывать, он должен получать достаточно денег именно со своей основной работы, чтобы был выспавшийся, чтобы было нам спокойно, в том числе и за нашу жизнь, и за наше здоровье. Итак, по тому же приказу мы уже выяснили, что на одну бригаду надо.

Заработный фонд одной бригады скорой медицинской помощи, именно то, что причисляется сотрудникам, которые конкретно и зарабатывают эти деньги, равняется 8 миллионам 978 тысячам 648 рублям и 2 копейкам. Шестое. Но такая бригада не может существовать без фельдшер либо медсестры по приему вызовов. Лезем в 388 приказ, видим, что один такой пост формируется исходя из 20 тысяч выездов в год. Всего на такой пост 5,25 штатных единиц. Делим 20 тысяч выездов на 5,25 сотых штатных единиц и выясняется, что один такой фельдшер принимает 3800 вызовов. Ну и как вы видите, бригада обслуживает 3420 выездов, фельдшер принимает 3800. Чувствуете, что чтобы существовала одна такая бригада, соответственно, нужен, нужно заплатить зарплату еще одному э, фельдшеру по президентскому приказу. Нужно опять же фонд очислить 570 тысяч 072 рубля 86 копеек. Восьмое. Итак, мы дошли до медикаментов. Конечно же, бригаде нужны медикаменты. То есть это те запасы материальных средств, лекарств, которые потребляются при осуществлении этого вызова. Так вот... По магнитке непосредственно, по магнитогорску это все посчитано, это все у них есть в отчете. Так вот, на один вызов тратится 91 рубль на эти лекарства и другие материалы. То есть разговор о том, что вот, там какая-то инфляция, там вообще бешеные деньги на это тратятся, нет, не бешеные, конкретно на один вызов 91 рубль. И вот мы умножаем 91 рубль на 365 дней и получаем такое число, как 313 956 рублей в год на лекарства и другие материалы. Затраты на топливо. Не самая большая статья именно в тарифе оказания скорой помощи на один вызов. Итак, бригада в Магнитке пробегает примерно... 150 километров, умножаем на расход 17 литров на 100 километров, умножаем на оптовую цену закупки бензина 40 рублей на литр, умножаем на 365 и получается, что бригада за год кушает бензина на 372 300 рублей. Десятое. Десятые ⁇ это такие затраты, которые долго и нудно рассчитываются, составляют в тарифе скорой помощи примерно всегда 12%, плюс-минус полпроцента. А называется это так. Затраты необходимых для обеспечения деятельности медицинской организации в целом. Сумма начисленной амортизации основных средств, оборудования, производственный и хозяйственный инвентарь. Стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу неиспользуемых при оказании медицинской помощи, медицинской услуги, затраты на коммунальные услуги, затраты на содержание движимого и недвижимого имущества. Ну, еще раз повторюсь, это 12%, мы потом их вычислим и прибавим к этому тарифу. Одиннадцатое. Один из самых интересных пунктов – это сколько же приходится на заработную плату администрации. И вы не поверите, что от заработного фонда им приходится 40%. Это утверждено во всех документах. Один из таких документов – это отраслевое соглашение. То есть собрались Министерство здравоохранения и собрались вот эти вот профсоюзники, которые мы называем «желтым профсоюзом», и решили, что вот поступила какая-то сумма 40% отдайте сразу администрации. Причем нету вопросов – Сколько же эта администрация это составляет? Может там администрации это всего три человека, то есть вот работает скорая помощь. И вот администрация, из них три человека. При этом я разбирался именно для своей поликлиники и выяснилось, что, например, заведующие нашего отделения скорой медицинской помощи, старшие врачи скорой медицинской помощи и все-все-все, кто есть в отделении, они относятся именно к отделению скорой помощи и делят заработный фонд именно отделения. А администрации, которая отходит 40%, к ним относится главный врач всех этих поликлиник, соответственно, Куча этих замов, человек, наверное, 7-8 бухгалтерии и тому подобное. Ну, короче, не больше 30 человек. Причем я понимаю, что основная это вот главный врач его заместители. То есть и мы им отдаем 40%. Итак, рассчитываем 40% для администрации. Потому что если мы сразу в тарифе не посчитаем для них 40%, то 40% они отрежут от того, что мы только что рассчитали, конкретно от 8 миллионов 978 тысяч. Итак, мы берем заработный фонд одной общепрофильной фельдшерской бригады, прибавляем сюда непосредственно фельдшера по приему и передаче вызовов. Получается заработный фонд 9 миллионов 548 тысяч 720 рублей 91 копейка. Мы должны понимать, что дань администрации равна 40%, и тут же получается цифра в 15 миллионов 914 90, тысяч 534 рубля 85 копеек. Прибавляем туда лекарства, прибавляем туда 12% на коммуналку и прочее, и прибавляем туда топливо. И получается вот такая вот цифра, чтобы содержать вот такую бригаду, надо на нее выделить, соответственно, 16 миллионов 600 тысяч 790 рублей 85 копеек. Причем, как вы видите очень много на себя берет администрация и Министерство здравоохранения в прошлом году во главе с Кварцовой удивлялось, куда же, куда же уходят деньги, хотя сами и придумали, узаконили вот такие вот дела по оттягиванию денег непонятно куда, непонятно на кого. Вы спросите, есть ли еще расходы? Конечно же есть. Есть и санитарки, есть дворники, есть еще другой вспомогательный персонал. Но понимаете, как бы если на станции 4 бригады, а у вас есть уборщица, который приходит на полставки и моет там какие-то помещения всего лишь утром или утром вечером, не знаю как. То есть раскинуть вот это вот на 4 бригады, на эти вот 3420 вызовов, то получится, что в одном вызове где-то рублей 7-10 именно на вот вспомогательный персонал на уборщиков, на санитарок и тому подобное. Итак, как несложно догадаться, чтобы выяснить, сколько стоит один вызов, если вот бригада стоит 16 миллионов 600 тысяч 790 рублей 85 копеек, понятно, что их надо разделить на количество вызовов в год, то, что делает бригада, обслуживает 10 тысяч населения, и получим, что один вызов в магнитке в Челябинской области должен стоить не менее 5515 рублей 95 копеек. Вот столько стоит именно один вызов бригады скорой помощи. И вот столько должны закладывать непосредственно для того, чтобы эта скорая медицинская помощь оказывалась населению. Итак, какие можно сделать выводы? Первый вывод – это то, что уменьшить тариф можно только за счет того, чтобы сократить расходы на администрацию. Второе – вызов вот столько стоит, соответственно, сделали больше в коллективном договоре должно быть прописано, сколько из этого тарифа приходится на заработную плату и, соответственно, дополнительно доплачиваться сверх ставки, если вы делаете конкретно в магнитке не 9,37, а 10,37, 11,37, 12,37 и так далее по списку. Третье, все это, естественно, должно закреплено быть в коллективном договоре. Вы должны выдвинуть вот конкретно эти требования в коллективном договоре, отстоять это при заключении коллективного договора. Для этого надо набрать 50% плюс 1 на конференции, либо вступить в профсоюз, в профсоюз действия. В профсоюзе действия знают, как заключать коллективный договор. У нас есть... Коллективные договоры именно проекты коллективных договоров. У нас есть понимание, что происходит в стране и как добиваться улучшения условий труда и повышения заработной платы. Для примера, в Питере в 2019 году тариф был 4200 рублей. Туда не входит зарплаты водителя, туда не входит бензин, потому что непосредственно автоколонны у нас финансируется отдельно. Так вот, исходя из этого тарифа и заработная плата у сотрудников скорой помощи более-менее хорошая. Но опять же, указы президента не выполняются только из-за того, что 40% от заработного фонда почему-то уходит администрации. Так решили наши желтые ФНПРовские профсоюзы. И подписала это Скворцова Вероника Игоревна и удивляется, и очень удивляется. Ну а в следующем ролике я расскажу, что такое подушевой норматив. Рассчитаем его на примеры магнитки. Ну и будьте здоровы. А пока, пока.